Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Официальный партнер программы – строительная компания «Бургражданстрой». Здравствуйте, в эфире АТВ Новости, в студии Илья Балаханов. И начнем с анонсов сегодняшнего выпуска. Ну, как он появился у нас в республике, смотрю, у нас какое-то движение есть. Ровно 3 года назад Алексей Цыденов возглавил Бурятию. Подводим итоги. Продукция не Китай, но тем не менее все подорожало. Дорогие овощи, отсутствие поставок и общее беспокойство. Как китайский коронавирус влияет на Бурятию? Отец-садист избивал и душил свою 7-летнюю дочь. Кошмарный инцидент произошел в Мухоршибирском районе. Мужчина не просто избивал ее, а даже заставлял бегать впереди машины, на которой ехал сам. И увеличивал скорость, если девочка бежала медленно. Следствием и судом установлено, что мужчина, явно выходя за рамки разумных мер воспитательного воздействия, систематически наносил побои своей малолетней дочери за мелкие незначительные провинности. Злоумышленник применял другие изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания. К примеру, душил, бил головой об стол, а однажды вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега. Об издевательствах над девочкой рассказал учителям ее одноклассник. Они уже давно замечали синяки и ссадины. Горе отцу вынесли приговор в виде лишения свободы на 3 года и 7 месяцев в колонии общего режима. Мать девочки уже несколько лет лишена родительских прав. Сейчас ребенок находится в приемной семье. Ровно 3 года назад в политическую и не только жизнь Бурятии ворвался Алексей Цыденов. И наделал тут шороха. Обычно такого срока достаточно, чтобы люди узнали, почувствовали и разочаровались в руководителе. Однако рейтинг Цыденова все эти годы был и остается стабильно высоким. В ближайшие дни на нас обрушится поток всевозможных материалов по итогам этой 3-летки. Мы решили не уподобляться диванам-аналитикам. Взяли камеру, вышли на улицу, проехали в трамвае и попросили жителей Бурятии поставить оценку главе без наводящих вопросов и наших комментариев. И вот что получилось. Он очень хороший. Кто это? Ну, наш глава. А почему очень хороший? Ну, как он появился у нас в республике, смотрю, у нас какое-то движение есть. Что-то строится, сады появляются, школы новые. И не только в городах, и в селах. Мне нравится. Я ему хочу, чтобы и в дальнейшем так работал. Если бы вы его оценивали, его работу по 5-бальной шкале, что бы ему поставили? Какую оценку? Ну, ближе к 5. А за что такую высокую? Сравните при Наговицыне и еще дальше это, пойдем Потапове и при Наговицыне или при нем. Как небо и земля. Знаете этого человека? Знаю. Не, ну правда, кто это? Наш президент. Как зовут? Цыденов Алексей. Не помните отчество? Самбуич. Самбуич, да. Если бы вы ставили ему оценку за работу по 5-бальной шкале, что бы поставили? 4. 4, положительное. Почему не 2, не кол, не 5? Ну, чего плохого еще пока не сделал. Но, в принципе, а что сделал? Я рада, что благодаря ему мы вышли в Сибирский федеральный округ. Ой, вышли, получается, в Дальневосточный вышли. И с помощью этого, субсидированные рейсы появились. А, вы летали уже? Да, я сейчас за 2,5 каждый раз летаю с Новосибирского ОНД. Я просто учусь в Томске. Знаете этого человека? А, ну, это голова. А как зовут его? Алексей Самбуич. Цыденов? Да. Если бы вы ставили ему оценку за работу по 5-бальной шкале, что бы поставили? 3 с плюсом. Почему с плюсом? За что вы ему плюсик добавили? За то, что он много суетится, берет хотя бы суетой. Угу. А реально что-то сделал или нет? Так, ну, конечно, деньги-то прибывают в основном через него сюда. 4. До 5-ручки пока не дотягивает. А почему не 2, не кол? Потому что работа, очевидно, что она ведется, то есть за пределы
простых обещаний, за которые человек не отвечает, он уже давно-давно вышел. Uh-huh. То есть, в отличие, допустим, от предыдущего руководства республики. Но и на сегодняшний день, то есть явные движения вперед, они очевидны для меня. Чтобы пятерка была, а что ему еще надо сделать? Нужно уйти от ручного управления, это точно. Пятерку. Пятерку? А. Да вы что, за что пятерку? Ну, это все же видно, как он работает. Вы бы по пятибалльной шкале что поставили? Пять. А почему пять? Почему не два, не кол? Ну, почему пять? Да. Потому что выполняет пока, что обещал. Как вы думаете, есть какая-нибудь песня, подходящая под, ну, как иллюстрация вот его пребывания здесь, в республике? Ну, это можно надеяться. Например, какая? Какая вам в голову приходит? Какая-нибудь, ну, известная, может быть? Песня, ну, песня о Бурятии, Бурят Арон. Бурят Арон. Ага. А можете напеть пару нот буквально, строку? Саяны роламане, самангамалете, сасуалануете мне, сесенганзоте. Правительство Бурятии отчитается перед народом. Завтра, 8 февраля, в ФСК пройдет большое открытое совещание «Наша Бурятия». Туда приглашены эксперты в разных отраслях, общественники, бизнесмены и представители районов республики. Принять участие в совещании может любой желающий, нужно лишь пройти электронную регистрацию. С 10 утра Алексей Цыденов и 6 зампредов расскажут о проделанной работе в 2019 году во всех сферах жизни республики. Мы продолжаем следить за судьбой Георгия Кушиташвили, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Известно, что боксера перевели из карантина СИЗО в четырехместную камеру. Жители Бурятии продолжают настаивать на невиновности чемпиона. Мама Георгия записала видеообращение, в котором поблагодарила земляков за поддержку. Я хочу выразить большое спасибо за поддержку, что вы верите, что Георгий не виноват. Мы, родители, очень переживаем, очень волнуемся. Я уверена, что он не виноват. Он все в своей жизни отдал в спорт. У него была одна цель, что он стал великим боксером. Насколько Бурятия зависит от Китая? Как эпидемия коронавируса отразилась на жителях нашей республики? Граница закрыта, овощи подорожали, а о массовых мероприятиях можно пока забыть. Наш корреспондент Чингис Ачиров пообщался с горожанами, министрами и экспертами и узнал, есть ли у нас причины волноваться. Коронавирус все еще тема номер один в стране. Масштабы эпидемии с каждым днем растут, и наиболее остро это ощущает Дальний Восток. Поставки с Китая снижаются, масок в аптеках нет, а в Приморье уже вдвое подорожали овощи. Мы решили выяснить, насколько остро эта ситуация воспринимается здесь, в Бурятии, и есть ли реальные поводы для беспокойства. Нет же вспышки, люди контролируют, врачи за это борются, и поэтому все хорошо. А, вот в детской спортивной школе, да, вы работаете? Да. А вот массовые мероприятия сейчас... Да, массовые мероприятия отменили в закрытых помещениях. Да, я перенес турнир, который должен проводить 15-16 числа. В связи с этим, да, вот это наблюдается. Общественная паника, конечно, излишняя. Это слишком будет влиять на развитие и так далее. Лучше бы этого было меньше, конечно. На нашей жизни это немножко отразилось только из-за того, что мы работаем в сфере туризма. Работаем в горячей линии, и эта горячая линия, ну, то есть звонят люди, кто-то из Китая, кто-то здесь родственники, которые есть в Бурятии, беспокоятся за своих родственников. У нас, конечно же, есть изменения в части аннулирования китайских групповых поездок в Бурятию. Вот, в частности, у нас на Сагалган должны были приехать туристы вот в начале марта. А групповые туры отменены. Есть спад по гостиницам, низкий сезон деловой активности у нас по городу. И в целом, конечно же, то, что некоторые страны, которые летели через Пекин, вот азиатские страны, особенно вот у нас тоже есть туры по отмене туров с Филиппин, вот была группа туроператора, они тоже отменены. Но это не такая прямо сильная вот волна, которая какой-то резкий негативный спад в туризме вот оказал. Маски спрашивают, противовирусы спрашивают, как обычные сезонные простуды. А вот из этой ситуации цены поднялись на маски противовирусные? Нет. Они
они остались, да, неизменными. И я услышал, что настолько люди обращаются часто за масками, что их просто не хватает в Бурятии. Вот у вас как? У нас их на данный момент нет, у поставщиков нет. Дефицит масок у нас есть. На самом деле это связано с тем, что нет сейчас масок у основных поставщиков, а основной вообще поставщик масок в Российскую Федерацию – это Китайская Народная Республика. Вы знаете там ситуацию. Поэтому маски сейчас в Россию не заводятся. И первые вот крупные поставщики обещают привоз масок в конце февраля или в начале марта. Огурцы выросли в пределах на 120 рублей. У нас подорожали огурцы, помидоры. Все равно у нас эта продукция не Китай. Но, тем не менее, все подорожало. Потому что вот сейчас сделали искусственный дефицит. То есть у нас с Китая овощи не поступают. А наши теплицы подняли цены в том плане, что потребительская способность выросла. И поэтому цены искусственно все выросли. Мы сами страдаем. Вот, допустим, если мы раньше делали закупы на 5 тысяч в день, да, сейчас мы делаем на 10 тысяч закупов в день. И мы просто этих денег, ну, как бы не видим и не ощущаем. С Китая идет больше нету перца. Вот летом, конечно, узбекский перец. А сейчас, узбекского нет уже перца. То есть сейчас запасы кончатся и перца не останется? Не останется, не будет перца. Перца, баклажан не будет, кабачков не будет. Как вы думаете, это временное все? Сколько это продлится? Сказали, границу до 1 марта закрыли. В наиболее сложном положении оказались те наши торговые компании, которые завозили свои товары из Китая серыми каналами. Да, значит, то есть это вот, ну, мы понимаем, через разных челноков там и прочее. Вот там проблема. Крупные компании, которые завозят, например, контейнерами и прочим, для них особых здесь проблем нет, потому что грузоперевозки, в общем-то, они продолжаются. Эта ситуация временная, она в любом случае закончится уже в ближайшей перспективе, учитывая тем более, что все мировое сообщество и, прежде всего, конечно, руководство Китая прилагает просто колоссальные усилия для того, чтобы все это локализовать и, в общем-то, выйти из этого положения. Не переключайтесь, после очень короткой рекламы вы увидите. Ну что, здоров? Здоров. Открытие и нужды Мухаршибири. Наш корреспондент на себе проверил новое оборудование в районной больнице. Как вас зовут? Диспетчер номер 4. Система 112 к концу года охватит всю Бурятию. Кому звонить в тяжелых ситуациях? Щедрый белый месяц в Абсолюте. Участвуйте и получите шанс выиграть деньги и сертификаты на покупку в магазинах Абсолют. Массовая драка закончилась праздником, а у сказки поехала крыша. Наша съемочная группа прошла обследование в районной больнице. Как это все связано, смотрите в следующем сюжете Антона Симонова из Мухаршибирского района. Мы находимся в Мухаршибири. Сегодня у нас здесь три объекта. Первое – это центральная районная больница. Давайте посмотрим, что у них появилось нового. В 2019 году приобретено рентгеновское оборудование на сумму более 47 миллионов. Это рентген-аппарат на три рабочих места. Это маммограф, флюорограф и УЗИ-аппарат переносной. Кроме этого, выделено нам для приобретения открытия центра амбулаторной помощи онкологическим больным оборудование на 6 миллионов 300 рублей. Ну что, здоров? Здоров. Но самое главное, это то, что все жители Мухаршибири смогут пройти обследование на новом оборудовании. Вторая остановка на нашем маршруте – это детский сад «Сказка». Давайте посмотрим, что здесь происходит. В детском саду «Сказка» в единственном в районе есть свой бассейн, но самому зданию необходим ремонт. У нас 8 групп функционирует, 3 ясельных и 5 групп дети с 3 до 7. Хотим окна поменять, хотелось бы очень крышу поменять, отопительную систему не менялась ни разу. Выход в настоящее время – это по дальневосточной субсидии. Либо какая-то экономия будет, либо, как в прошлом году, нам добавят чего-то. Поэтому с вас локальные сметные расчеты и экспертизы, чтобы наготове было, как только деньги появляются, надо подавать. Сейчас обновленную заявку вы должны до 11 числа в Минэк закинуть. Последняя остановка по списку, но не по значению. Сейчас открывается спортивный комплекс. Я готов здесь отжиматься, приседать и кувыркаться. Подтянуться я смогу, обогнать всех на бегу.
и в футбол, в хоккей сыграть, и на брусьях полетать. Никогда такого большого зала здесь не было в селе Мухашибирь, только при школах. Поэтому это тоже необходимо, чтобы спорт стал нормой жизни. Вы видите, сколько детей уже сегодня занимаются, и я думаю, они будут повышать свое мастерство. Ну и самое главное, тоже население тоже должно систематически заниматься у нас спортом. Построен в кратчайшие сроки, то есть за 6 месяцев здание было полностью уже возведено. И тот первый пилотный такой проект, который получился настолько удачным, что он вошел в реестр экономически эффективных и используется уже в других регионах. Весь спортивный комплекс оборудован по последним технологиям. Здесь есть даже отдельный медицинский кабинет, но лично мне больше всего понравились маты. Кстати, стоит спортивный комплекс 37 миллионов рублей. Антон Симонов, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. Эко-плитка не нужна Улан-Удэ, но это не точно. Оказывается, результаты голосования за плитку из отходов – фейк. Онлайн-голоса просто накрутили. Совсем недавно эко-плитку уложили около гостиных рядов, чтобы устроить ей тест-драйв. А на сайте «Активный горожанин» создали опрос за или против плитки из переработанного мусора. Отрицательных ответов набралось больше. Вот только почему-то именно ночью горожане якобы стали яро ненавидеть эко-плитку. Результаты опроса отменили. Кому выгодно изгнать эко-плитку из Улан-Удэ, непонятно. Но онлайн-голосований больше не будет. Аналог 911 в России – система 112. В Бурятии с апреля прошлого года заработал центр обработки вызовов. То есть по номеру 112 можно вызвать абсолютно все службы – полицию, медиков и так далее. Я пообщался с диспетчерами, но, к сожалению, не узнал их имен. Почему? Смотрите в следующем репортаже. Имя, отчество? У нас есть Иван Сергеевич, где проживаете? С апреля прошлого года всем, кому необходима экстренная помощь, могут обратиться в службу 112. И уже здесь, в диспетчерском центре, вас свяжут с полицией, скорой помощью, а также окажут психологическую помощь. Как вас зовут? Диспетчер номер 4. Как вас зовут? Оператор 3. Вы можете представиться? Нет. Нет, да? У вас тут вот с этим серьезно? Да, диспетчер 10, все. Фамилии, имена не называем. Нумерация диспетчеров. Если что-то, какие-то проверки надо проводить, вот, ну, всегда разговоры записываются. Представляемся, диспетчер, называем номер. А если человек в сложной ситуации, ему грустно и так далее, бывает же такие, я вот поговорил с диспетчерами, он, ну, просто нужно поговорить. Переключаем, соединяем с психологом. Попытка суицида, да? Да, есть такие, попадаются такие заявители, да. В таком случае мы, конечно, разговариваем, ну, то есть, чтобы человек рассказал свою проблему, направляем соответствующие службы, скорую и полицию. Но первое, главное, важно, что узнать, это адрес заявителя, чтобы направить туда. Ну, соответствующие службы. А вы как-то успокаиваете? У вас, ну, есть психологические приемы какие-то? Да, конечно, есть приемы, свои техники активного слушания. У вас написано переводчик. Вы с какого языка? Как? Английский, французский. Английский, французский. А частенько вам звонят англичане или французы? Ну, то есть не англичане, а носители английского языка? Не часто. И это хорошо, я считаю. Потому что можно сделать вывод, что у нас в республике безопасно. Или мало людей, которые говорят на английском и французском? Я бы так не сказала, потому что граждане Монголии, они отлично владеют английским языком. Они звонили уже? Да, граждане Монголии звонили. Зачем? Там разные случаи были у нас. Один человек был, когда отстал от автобуса рейсового, соответственно, наши диспетчеры смогли помочь ему. У вас есть какой-нибудь звонок, который вы приняли и до сих пор помните его? Вот есть, как раз-таки начала вот недавно работать, и первую попытку суицида как раз была. Позвонил заявитель, ну, сказал, что хочет
наложить на себя руки. Ну, этот случай, конечно, запомнился. Операторы заступают на смену ровно в 9 часов утра. Смена у них длится ровно сутки. Ночью все мы люди и должны спать, отдыхать и так далее. Так что вот у них есть такая вот комната отдыха, в которую они, кстати, приходят также посменно. Минимум 2 человека должны оставаться всегда на телефоне. Из всего вала звонков, 3 звонков приходится на ложные. Но ложные к таким звонкам относятся. Это как случайный набор номера 112, детская шалость, проверка работоспособности сотового телефона. Кстати говоря, к системе 112 помимо Улан-Удэ сейчас подключено 10 районов и один город Северобайкальск. До конца 2020 года планируется охватить этой системой абсолютно всю республику. В настоящий момент система 112 работает на территории города Улан-Удэ со всеми операторами связи, но кроме Теле-2. Теле-2 у нас будет подключен буквально в конце месяца. Журналисты АТВ пересекут Зимний Байкал. В этом нелегком деле нам поможет опытный путешественник Андрей Муравьев. Это наш земляк. Он отправился колесить по миру и попутно ведет свой блог о местах, в которых побывал. Посетил Кению, Эфиопию, бороздил Тихий океан и поднялся на Эльбрус. И это лишь часть его большого путешествия. Красота стоит. Мы на высоте 5500, как я уже сказал. Получается, что мы выше облаков. Смотрите. Выше облаков Андрей Муравьев был, когда поднимался на Аконкагуа, высочайшую точку мира за пределами Азии. Высота почти 7000 метров над уровнем моря и называет ее «Колос Америки». Как признается путешественник, каждая его поездка не просто так. Одно из последних путешествий – поездка в Африку. Там он побывал в гостях у племени Хаммер, которое славится странными обычаями. Во-первых, они бьют своих женщин палками, не просто так. Это такой обряд инициации. Молодая девушка сможет выйти замуж, если она страдала, а голые мужчины там бегают по быкам, чтобы жениться. Какие-то уже места ты ездишь, для тебя уже, они не вставляют. Условно говоря, там в Европу, да, но это уже обыденное, конечно, так для меня, я даже рассказывать там не буду, да, где там я был, потому что приезжаешь, уже картинка не меняется, и ты как бы, не находишься под впечатлением, да. А когда ты там уже, соответственно, тебе требуется какого-то, кардинального изменения, там, да, чтобы ты видел там вообще там другая природа, другая там, значит, другие люди, другая атмосфера. И, соответственно, тебе уже там надо куда-то ехать там, вот там, в Латинскую Америку, потому что там будет все по-другому. Подробный рассказ о путешествиях Андрея Муравьева вы услышите в эфире АТВ в программе «Актуальная тема» 19 февраля. Возрастное ограничение 12+. Не пропустите. А на этом у меня все. Смотрите наши новости на официальном сайте АТВ и социальных сетях. С вами был Илья Балханов. Хороших, приятных и веселых выходных. В Абсолюте всегда свежие фрукты и овощи. Огурцы 119 рублей, апельсины 84 рубля 90 копеек. Абсолют гарант низких цен. Своя квартира в центре города? Все просто. Ипотека всего за 2%. Бургражданстрой – ведущий застройщик Бурятии. Квартиры без посредников. Подробности по телефону 22 22 50.